Всем привет, с вами Бодя. Да, я понимаю то, что две реакции в день это много, как я и говорил, но годный контент выйдет завтра, ага. А сегодня у канала Сынарбой, ну точнее у LG, вышел новый клип, и он называется LG Minimal. Да. Фух, ладно, погнали смотреть. Так, начальная заставка, окей. Снимать здесь будет сюжет. Потому что по начальным кадрам здесь всех убили. Здесь сейчас, типа, вот эти следователи все начинают фотографировать, выяснять, что в чем проблема. Кстати, прикольно. Не, ну, типа, да, очень много крови. Может быть, кому-то это не понравится, но, по крайней мере, это выглядит реалистично. Короче, начало очень крутое. А ты красивая, иди сюда. Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью черную воду и алкоголь. Я не знаю, кто ты, да и похуй. Ведь сегодня ты точно пойдешь со мной. Очень много девушек. Очень много девушек. Это первое. Второе. Ну, это понятно, типа, как все было. Вот вижу, сейчас на девушку переключили кадр. Значит, по-любому здесь будет идти речь о нашем любимом LG и о какой-то девушке, да? Ну, короче, сейчас посмотрим. Но это чисто мои догадки. Точно пойдешь со мной. Я холодный, как лимонад. Никто в этом не виноват. Я холодный, как лимонад. Никто в этом не виноват. На баре. Как это все красиво, это так красиво, я даже не знаю, что сказать. И да, кстати, не спрашивайте, мне постоянно пишут в комментариях. Ладно, я это потом скажу в конце видео. Это такие идиоты пишут, я... Ладно, я скажу потом. Мы танцуем под минимал, да-да-да, ты красива. Но таких, как ты, да хуя. На баре синие, мы танцуем под минимал, да-да-да, ты красива. Забирать свой шмот. Знаете, это, кстати, реально смешно было. Типа там, знаете, девушка стояла просто спереди, ну как бы вот подошла. И там хоп, резко он спереди. Ладно, все. Проваливай, мои мозги в дребезге. Быть с тобой какое-то палево. Ты ломаешь все на куски. Это все было неправильно. Она, кстати, в каком-то еще клипе была. Это вроде бы его девушка даже и является. Может, я не прав. Просто случайно видел его с этой девушкой где-то еще. Либо то, не только в клипе, а еще где. Ну, короче, вы поняли. Хочу, чтобы он мне ответил, но LG мне не ответит. И поэтому свои догадки я сейчас вам буду говорить. Как ты дохуя на баре синей. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая. Бывшая спалила, что он с другими. И все. И она начала всех убивать. И там LG лежит. Серьезно, я думал, она жив останется. Да, у меня очень много эмоций от этого. Я бы даже это фильмом назвал, но нет, это клип. Хорошо, сейчас я, короче, буду показывать свои спецэффекты, смотрите. Да, волшебник, не правда ли? В общем, что я могу сказать по поводу этого клипа? Это можно назвать фильмом, если уж на то пошло, но это все равно клип. Но почему его можно фильм назвать? Там очень интригует сюжет, он очень интересный. Кажется, как будто даже клип-то долго шел. Сколько я не могу припомнить, ну ладно. Далее. Начало, конец, середина. Все построено со смыслом. И, по крайней мере, это как-то затягивает даже слушателей, кто слушает. Это не просто интересно даже слушать, а смотреть. Очень интересный клип, потому что, понимаете, я даже не слушал песню. То есть настолько затягивает слушателя, что интересно... смотреть то, что происходит в клипе. Именно следить за развитием. То есть, там всех убили. Это мне, ну, всем было интересно, почему. И там, короче, сюжет развивался. И так далее. То есть, по крайней мере, это 5 из 5. Это круто. Или 10 из 10, сами решайте.
Вот. И, знаете, меня удивляют те люди в комментариях, которые пишут: «Вот ты идиот, ты дебил, ты конченый, почему ты останавливаешь на паузу во время клипа и говоришь свое мнение? Вы идиоты, нет?» Меня больше всего это поражает. Ребята, те, кто говорят, что нафига ты ставишь на паузу во время клипа, зачем тогда мы делаем реакции на что-то, если не можем высказать свое мнение? То есть, если вы хотите посмотреть клип, который смотрит, вот как я, допустим, человек, без пауз, то идите смотрите оригинальный клип, ну вы идиоты, потому что в комментариях пишут: «Почему ты ставишь на паузу?» Господи, это насколько нужно быть уникумом, чтобы думать, зачем человек ставит на паузу, который снимает реакцию на клип? Я не знаю, что сказать. Если человек снимает реакцию на какой-то клип, то он как минимум должен ставить на паузу, чтобы высказывать свое личное мнение. Потому что для этого и нужны реакции, чтобы говорить личное мнение о клипе. Что ты думаешь о нем, суждение, как ты обсуждаешь его. А не просто молча смотреть, и чтобы тебе ставили лайки за то, что ты просто молча смотришь клип. Ну это же деградантом нужно быть, поймите. Вот, поэтому те идиоты, которые пишут такие комментарии, я думаю, вы поняли, зачем я ставлю на паузу. Да. И всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился клип, а не наша реакция, то можете, конечно, поставить лайк, но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Да.